Вот смотрите, человек, вот этот вот, вышел и порвал штаны прям сразу. Вместо того, чтобы ехать в школу, вот он рвет себе штаны, и мы возвращаемся домой. А на самом деле мы сейчас ехали получать посылку и получили посылку на Почте России. Вот она, вот эта посылка. Это посылка, друзья, из славного города Суздаля. Изменю своим планом. Я поеду сейчас и сделаю распаковку и покажу вам внутренность. Так, ребята, вот мы дома. Вот наша посылочка. И сейчас мы ее будем распаковывать. Все, доверим вот этому человеку. Нож. Держи нож. Распаковывай посылку. Давай варварским методом. Так, что-то какой-то тут мешочек. Оба. И вот он. Вот он, вот он, вот он. Вот он наш мешочек. Вот он мешочек с белыми кулечками. Что ж там внутри? Не знаешь? Даже понятия не имею. Ага. Короче, друзья, это сыр нам прислали из Суздаля. Из Суздаля, славного города Суздаля. И сейчас мы его будем резать и пробовать. Мы скорее всего пробовать. Все, разворачивай, разворачивай быстрей. О-о-о! Ох. Клевый. Ну что, режь? Да. Ух. Кажется, это уже очень вкусно. Короче, вот, ребят, вот этот сыр, вот он. Вот этот сыр. Смотри, кошка пришла. Да, кошка. Кошка не просто так приходит. Если кошка любопытствуется нашим сыром, то значит он супер-пуперский. Из натуральных продуктов. Вообще тут этот очень вкусный, мы специально его заказывали, этот сыр. Да, это бомба. Давай следующий вскрывай. О, тут видите уже сыр с такими вот, типа, это что, паприка, по-моему, да? Нет, это, по-моему, вяленые томаты и какие-то травы и специи. Это какая-то новинка у ребят, которые делают этот сыр. Короче, новинка сезона. Все вяленые, томаты, специи, все завялили, засунули в сыр. Сейчас мы скажем, как он на вкус. Давай, попробуем. Томата подтянулась. Вот это тоже показатель вкусноты сыра. На вяленые помидоры подтянулась. Так, вот. Пробуем. Его немножко нужно охладить, да? Вот чувство своеобразно, да. Я на его, не знаю, мне как бы, не знаю, не очень. Он легковат, да? Да, слишком мягкий сыр. Да. Ну, просто ты любишь твердые сорта. Поэтому тебе, может быть, и не очень. А мне, кстати, очень понравился. Да? Угу. Да и... тут... Нет, очень достойно. Новый вкус достоин. Достоин. Ну, раз достоин, значит, достоин. Так. Животное. О, проснулся. Мы хотели без него все съесть, а он проснулся. Давай, следующий. Так. Вот еще один сырок. Это твердый, по-моему. Да, это твердый сорт сыра. Нашему малышу надо дать попробовать сырочек. Или ты еще не выспался? Нет, давай я. Во, вот этот супер сыр.
Достаточно твердый сыр. Она тоже, кстати, хочет сыр. Вот она. Все хотят. Все сыр. Хотят. Что скажешь за этот сыр? Вот мне вот этот нравится сыр. Не знаю, этот, по-моему, российский как-то вот так называется. Нет, нет. Да. Да? Бо! Это какой-то как сливочный. Да, классический. Вкус у него классический. Классический, но чувствуется, что он прям натуральный. Ребят, натуральный сыр. И он потверже, чем предыдущий. Да, он потверже. Да? Так, хорошо. Тестируем следующий вариант. Вот. Осталось у нас вот три пакетика. Что же здесь? Правильно. А здесь, я думаю, сыр. Ага. Вот, кстати, между прочим, здесь все пакетики подписаны, чтобы не путаться. А те подписаны? Да. Те подписаны? Да. Каждый пакетик, он подписан. Качетто. О, сейчас сыр. Мы будем качетто. Вы знаете качетто? Я нет. Сыр качетто. Вот такая вот половинка, наверное, прям головки получилась у нас. И мы прям очень классически красиво отрежем. Вот так, как настоящие любители сыра. Вот. Ребят, извините, я с руки просто снимаю, у меня тут ребенок, поэтому будет дрожать все, я еще плюс так, пробую. А вот качету, пожалуй, отведает и Стефан. Качету? Его папа. А, там была попка. Все натуральное, все попки натуральные. Угу. Качете респект. Качета мне очень понравилась. Да. Вкусно? Вкусно? Вкусно. И давай следующий. Угу. Это у нас качета. Качета за счет. А предыдущий какой, посмотри, был сыр. Так. Предыдущий сыр у нас был российский. О, я сказал российский. Прав. Слушай, я просто прям... сыропроб настоящий. Сыропроб. То, что с вялеными томатами, это у нас нужен. А тут, ты знаешь, немножечко, может быть, стерлась надпись, но у нас ее нет. Это просто с вялеными томатами. Да, просто назовем вяленые томаты. Так. И предыдущий такой круглый. А предыдущий круглый, он такой же, скорее всего, как и этот. Короче, опять предыдущий круглый без названия. Но если. Но мы вам его сейчас найдем. Будет. Мне кажется. Интересно. Так. То мы сейчас за вас попробуем еще раз, если вам интересно будет. И еще один вариант. У нас остался. Какой вариант у нас остался? Ага, вот это с грецкими орешками и с какими-то травками. Вон, даже вот уже пахнет даже по-другому, да? Слушай, по мне ничего не пахнет вообще. У меня, конечно, все нормально было, только что с обонянием. Mm-hmm. Обонянием. И с обаянием у тебя тоже все хорошо. Так, на пробу. Ну что ты из рук не выпускаешь? Кстати, качету, ребенок съел наш качету. Будешь еще? С ног до головы. Нет? Ну, иди ко мне. Нет, он не будет. Он качету не будет больше. Иди ко мне. Достаточно одной качеты. Иди теперь ко мне, пусть папа. Ребят, вот этот сыр, который... Слушай, он мягкий. Слушай, мягкий, знаешь, сливочный что? Вкус. И вдруг попадается вот этот орешек. Такой. Мне кажется, да, такая, с орехами. Да? С грецкими орехами вот этот сыр. Ну, вообще прикольный очень. Прям такой утренний. Ты будешь еще? Съел ореха? Нет. Он пока ест качету. Или что там у нас? С утра порезал сыр, съел ореха вместе с сыром. Перемешанного. Не, пошел. У нас еще один кулечек, Маш. Еще один кулечек. Ой, вот этот прямо, вот это вот, вот этот с орехами. Вот этот зачет. Прям очень калорийный такой. Вкусный. Супер, супер прямо. Очень бомбический сыр. В магазине таких вы не встретите сегодня сыров. А животные ждут съедобные попки. Давай, попки нет. У них будет понос от них. Потому что они натуральные. Слушай, ну мне кажется, это такой же, который давай, мы попробуем. В первый раз открывали. И мне кажется,
Может, его пока не открывать? Давай не открываем. Он просто одинаковый, такой же, как мы открывали вот этот первый сыр. И, пожалуйста, вот вспомни его, держи. Вот этот вот полукруглый сырочек. Вот такой вот полукруглый сырочек. Вот это сырочек. То, что ты сейчас ешь. Ну, это хороший, я вот люблю этот. Да. Ну, не знаю, наверное, из-за формы просто. Мне тоже форма нравится. Форма хорошая. Ой, спасибо. В общем, вот этот сыр, вот, вот этот, вот. Угу. Ешьте. Покупайте. Вы меня покупайте, потом ешьте. Очень вкусный сырок из... Почему город забывает? Суздаль, вот, Суздаль, из Суздаля. И все. Ты же поделишься с ребятами этим тайным... сыром, контактами. Вкусным, тайным. Слушай, контакт. Ну мы же не за рекламу, как бы, да, не за сыр, то есть хорошо, мы же заплатили за него, поэтому все, если кто-то напишет в комментариях, что типа, дай быстрее, мы тоже будем этот сыр есть, где его купить, срочно скажи нам, вот, тогда да, а так нет, все, это нет, это секрет, это наш секрет. Хорошо, все, это наш секрет вкуса. Пока-пока. Пока.